Так, опять Найксы, опять какие-то там псы. Так, ребят, ну что, сосем или взять героя на победку? Как хотите. Хотите, чтобы я сосал, и вы меня гнобили? Или чтобы я выиграл, и вы говорили, что я выиграл? Не знаю, мне похуй, я хочу на Эмбере играть. Хочу сосать. Сосем. Алижа, Гоби был перед началом. Сосем. Что сделать? Го Бибу? Ну давай померяем Бибу. Давайте сосать. Один. Как и вчера, блядь. Стандартная Биба. Тупо, вот понимаете? Сказал сосем, и Биба сразу укоротилась. Так и живем. Так и живем, пацаны. Видите, это блядь, Дота даже знает. Тут, о, там снайпер. Сейчас знаете, как будет? Снайпер будет стоять далеко, его будут сейвить постоянно. Никто его не будет бить. У нас луна керри. Пиздец нам. Ну все, ладно. Сосем так сосем. Братишка, да, здорово. Да, здорово. Как сам? Да, порядок. Удачных тиммейтов. Порядок сам, только сосем, как видишь. О, у меня, кстати, эмбер красивый, ебать. На таком эмбере и пососать можно даже, я вам так скажу. На таком эмбере и соснуть не стыдно. Поехали, поехали. Сосать так сосать. Ну, в этой игре магического эмбера делать смысла нету. Потому что если я буду магическим эмбером, это значит, мне надо будет быть на передовой. А если я буду на передовой, то быстро дуэль. Подкопчик, шрапнелька, лагуна, и я закончусь. Поэтому в этой игре это только физ ДПС Эмбер, опять же, через всякие Дейдалусы, Баттлфьюри. Мальштром как бы можно сделать, но у Найкса есть рейдж, и я его пробивать не буду мальштромом. Поэтому, в принципе, можно даже пойти через БФ Дейдалус и просто улыбаться. Вот такой вот план. Ну, сделаем фейзы барабаны, наверное, в райсбендик один, а потом пойдем в БФчик и в Дейдалус. Ну, вот так вот и сыграем. Так, у меня варда нет. Зачем я сюда пришел? У меня пацаны АФК стоят. Вообще, ребят, керри луна со стиком сразу, которая идет на легкую линию, со стиком против легионки и скорпиона, ну хуй знает. Короче, я вам так скажу, что у нас все плохо, потому что луна это не метовый керри, вообще не метовый. Ну это реально хуйня, а не керри сейчас, в этом патче. Вообще луна это один из моих любимых героев, но к сожалению она сейчас вообще, ну ей, она не темповая, ей надо очень много времени, плюс она в драке слабая, пока у нее нет артефактов. Соответственно, очень долго придется ждать, пока она раскачается, и не факт, что она вообще раскачается. Так, все, берем фисты, наверное, будем через второй первый играть, хотя я не знаю, если я стою против Лины. Ну, не знаю, через третий мне неохота играть. Третий скилл против Лины, я его просто буду нажимать, получать Dragon Lance, Dragon Slave, этот ее первый скилл, и все, щит будет спадать сразу. Поэтому, может быть, через первый-второй забацаем, второй-первый, естественно, второй в макс. Кто там, Лина на миде? А, не, на миде снайпер. Ну да, третий скилл нет смысла качать против снайпера, тем более. О, хедшота сразу дал. Ну и дурак. Соси, я тоже умею денайть. Пару раз денайл. В Белгороде стали известны предварительные итоги голосования на довыборах в Горсовет. В обоих случаях победили представители Единой России. Стрей, тебе не стыдно, что голосовать не ходил? Спасибо. Чисто крыса. Донат. Твоя хата с краю. Что сам будешь делать, крыса, когда Разговордие придет тебя в очковой бас по указу Горсовета? Спасибо за донат. Я буду получать, расслаблюсь и буду получать удовольствие. Что еще делать останется? В таких ситуациях нужно расслабиться и улыбаться, главное. И все. Хватит хэдшоты кидать. Да на разочек получи, а то что ты там расслабился на снайпере своем. Кунваришь? Сосать. Патч. А? Кунваришь? А-тя-тя.
Так, что нам надо? Один в рай скупить, наверное. Не помешает. Оу, Риускру. Блин, прикольный сет, на самом деле, на Эмбера. Ну, ты шо раскрякался в самом-то деле, дурак? Здоров, братан. Ну вот здорово. И пришло мое время кинуть свой первый донат. Спасибо, спасибо тебе за стримы и тебе хорошее спасибо, настроение. Братишка. Распишись, пожалуйста, на двух страничках. На двух даже всех сразу. Тебе благ и удачи, Б. Ну, Главное, открой стенки на обеих страницах, братиш. Это самое важное, что нужно сделать. Если не откроешь стены, то ты ж понимаешь, что косяк может произойти. Спасибо, спасибо за донат. Стеночки открой, после стримчика распишусь. Не проблема. Тяни. Утяни его. Утяни его. Р! Вот так вот. Снайперы страдают в каждой игре, понимаете? Не только если я на нем играю. Они всегда вот. Снайпер это просто мальчик для битья. Его все гнобят, душат. Ботл надо, наверное, прикупить все-таки. Нормально дамажу. Кстати, я так понял, он без шрапнели играет. Либо я что-то не так понял. Не, видимо, я что-то не так понял. Просто он вообще не кидал шрапнели, если что. Это первый раз, когда он ее кинул. Я уже подумал, что он ее вообще не взял. Путь ясен, разум чист. Не ищу легких путей. Я испекну. Да е-мое. На меня напали враги. Что ждет меня снизу? Надо запушить, значит. Он Fairy Fire съел, обосрался. Я даже не думал его убивать, потому что, очевидно, мне не хватит. Я просто хотел его связать и за руной пойти, а он обкекался и решил Fairy Fire просрать. Минус 2 урона на линии. Не нужно бояться тьмы. Ах ты, сука. Ты зачем, блядь, крипов дынаешь, урод? Глянь, что творит. А шатне первого уровня. Все нормально, брат? Замакшенный хедшот? Походу, замакшенный хед. Ой, не попав. Ну и ничего. Давай иллюзии скормим ему. Пусть идут и пизды дают. Я пока крипов не знаю. Ну нормально, подынаю чуть-чуть. Еще зарядик один остается у нас. Можно ветку съесть на будущее сразу. Ах, тя-тя-тя-тя. Не знаю. Так, хедшоты у него не выскакивают. Бля, Путь, вернись ко мне. Ебаный рот, я ничего не сделаю. Он жрет, что ли? Такое ощущение, что у него во рту что-то было сейчас. Мне сейчас надо какую-нибудь руну хаста. Вот хаст это идеально будет. С хастом снайпера сможем убить. Трое внизу, блядь. По один на один. Ох ты, сукас. Ну вот тебе за вторую роспись. Забайтил, точка, еще раз. Смысле, спасибо. Зачем за вторую? Что я поднимаешь на я говорил, я тебе сказал, просто открой стену и все. По рунам. Ну такая руна, то есть вроде бы неплохая, а вроде бы и не нужная. Привет, братишка. Здорово. Смотрю тебя. Спасибо за 6. Подписку Китай 193. Это мой первый донат. Раньше не было баблишка вообще. Сори. Спасибо, не Китай. Не хочешь следующую игру поиграть на Джаггернауте с Момом? Джаггернаут с Момом это, во-первых, думаю, наркомания. Сам понимаешь. Во-первых, вчера наркомания. Вчера на трик помойки сыграл 32-4. Это хорош. При том, что команда сосала по КД. Это хорош, братан. Ну просто, во-первых, чтобы играть на Джаггернауте, надо идти на керри, а я не хочу на керри играть. Во-вторых, Мом это, ну, я бы сказал, ситуативный айтем, плюс не самый эффективный на Джаггера.
ты после ульта не можешь крутиться. Если ты никого не убиваешь, то ты умираешь. Вечер добрый. Добрый вечер. Я не пропадал. Я сидел в зрительном зале. А, в зрительном сегодня зале. Сегодня без клипа Тфу-фу. Сейчас, секунду. Олег, назначаю тебя глав сопротивления. А сколько у него фаерифаеров вообще? Мы вместе свергнем эту власть. Завтра возле здания мэрии Белгорода Олег Бочаров устраивает митинг против нелегитимных выборов. За партию Навального, во славу Бочарова. Этя-ретя-ти-ти-ти. Задушив. Нормально, сейчас подхилимся. Спасибо за донат и спасибо Розен за 500 рубасов с возвращением и спасибо за такой донат. Спасибо, брат. Спасибо огромное. Нормально, волшебство реализовали. Сейчас еще бы хасту найти и можно ее будет реализовать сразу. Ты не сможешь. Можно хасту? Ой, это иллюзия. Ну иллюзия такое, была уже. Нормально, снайпера мы дважды убили. Один раз с помощью пуджа, один раз сами. Но у меня такой... Тяни, я иду. У меня такой скиллбилд, что я могу. В принципе, зря не вытянул. Таки забери. Таки побитые. Да я вижу, вижу. Сейчас он придет туда. Мы его ужарим. Боже. Все, иду на стаки, брат. Классная песня. Спасибо огромное, Роджер 49. Ты разобиделся, все. Не обижаешься теперь на меня, правда, непонятно за что, но все равно. Спасибо за кэс. Здорово. На каких платформах играл в Дока 1? Какие были сигнатурки в первой доте? Спасибо за стримы. Спасибо за донат. По-моему, на всех играл. На Горе не играл, на Айсикапе играл. Еще Даррер была, по-моему, на Даррер играл. По поводу сигнатурок, Шторм, СФ, ну типа, блин, в первой доте были почти те же самые сигнатурки, Шторм, СФ, Темпларочка. Не, Мипа не был сигнатуркой никогда. Квапа, на Квапе, на Паке много играл, вот, Шторм, СФ, Темпларка, Квапа, Пак. Блин, что-то громко. Привет, стрей. Хорошие катки. Так, клип уберу. Привет, братиш. Спасибо за донат и приятного просмотра. Можно барабанчик? Что-то снайпер 7-го левела гангать решил. Блядь, нахуй. Путь прочи, жугну будь варить, нет, сказал, блядь. Кидай на меня хил быстрее. Мансер, сука, манс налетчик. Все, он наш, давай, попади только. Тупо мансирует оно. Не знаю, будешь ли ты еще катку. Но если не трудно, попробуй хардовую лягу. Я сейчас 7к на ней поэт фу-фу.
Спасибо за донат, не, я на леге не играю. Тем более в харду, я ненавижу харду, братан. Привет, Стрей. Приятного стрима. Работяги, извините, но сегодня без фосинга. Хотел задоджить, но не задоджил. Бывает. Далеко пошли. Ну да. Ничего, нормально. Так, БФчик подтягивается. Башенку мы сломали. Вроде бы я ее убил. Нормально. Можно, кстати, этот Блэкстончик взять. Привет, Стрей. Сорян, я только пришел. Здорово. МБ, ты уже объяснил, что за странная раскачка на Эмбере? В смысле? Это моя любимая раскачка на Эмбере. Это не странно, это любимая раскачка на Эмбере. Леон, стан надо, дай стан. Здорово, величайший сенсей, вот и лишил ты меня донатной девственности. Вообще мой первый донат, вот такие пироги, а так всего тебе наилучшего, удачи во всем и топового нагиба, ты топ всех топов, и можно роспись по зизе, можно, меньше, можно, чем можно. Спасибо за кучу приятных слов, братик, слэш, тупо облизал стримера, слэш, и 2, 2, распишусь 6, после 1, 8, игры, 6. Наверное, ну, после игры, после стрима, в смысле. Вот, по поводу раскачки, братиш, это моя любимая раскачка, как только Эмбера добавили во вторую доту, я всегда играл на этой раскачке. То есть это агрессивная раскачка, ты можешь в соло, у тебя и контроль есть, и учитывая, что фисты нереально сильно апнули, ты просто убиваешь людей с этой раскачкой. А через третий скилл у тебя не хватает дэмэджа, чтобы убивать. То есть тебе, если щит сбивают, если ты играешь против какого-то снайпера, лины, ты просто идешь на нее, тебе просто дают либо шрапнель, либо стан драгонслейв, щит падает, соответственно, урона у тебя нету, и ты никого не можешь убить. А через первый-второй у тебя просто нереальный ДПС на начальной стадии игры. То есть у тебя пик силы — это 9 левел, когда у тебя замакшены 2 скилла и реминант. Ты на 9 левеле можешь кого угодно убить. Ну, если не брать героев со встроенным БКБ, да, там всякие Найксы, Джаггеры. Найс, крип пришел, спиздив, все. То есть раскачка через третий скилл, возможно, только, я не знаю, ну, типа, если ты хочешь сноуболить. Тут тяжело, тяжело сноуболить без такой раскачки. То есть это максимум импакта на начальной стадии игры, и тебе легче засноуболить. Походу, глиф нажали не просто так. Сейчас на меня может Лего с даггером прыгнуть. Лего снизу и без даггера, окей. Надо на низ. Я иду. Давайте драка. Это попаду. Чисто работяга тупо. Дабл килл. А я никого не убил, да, здесь? Или кого-то убил? Нормально. Два телепорта. Дороги бытия нет конца. Почему не через радик или молнии? Ну, молнии мне против Найкса не нравятся. Найкс под рейджом для тебя неуязвимый. А по поводу радика, это артефакт, где ты должен всегда стоять рядом с противниками. То есть это артефакт, где ты должен просто идти на противника, чтобы жечь их радиансом. А я не могу против этого пика идти вперед, так как я получу дуэли, сразу сдохну. Соответственно, никаких радиансов тут... Я сразу сказал, магического эмбера в этой игре нельзя делать. Только физ ДПС. Тут, по-моему, донат без слов заехал какой-то.
Просто 228 рублей, Fingerfold, который дарит всем подписки, братиш. Спасибо еще и за 228 рубасов. Роджер. Ты просто не включил клип. А, вот и все. Я не обижаюсь на тебя. Просто... Братан, я не включил клип, я же тебе объясняю, почему. Я играл на снайпере, меня ебали просто во все щели. И я один клип какой-то выключил, потому что там его не было, там была картинка. Алло. А-а-а. Понял, у меня ж слота нету. Вот, один клип я вообще не включил, да. А потом был твой клип, но я не смог тапнуться и забыл. Спасибо, братиш, еще за 1000. Поэтому не обижайся. Нормально, БФ еще и ману регенит. Вместе с барабанами реген маны 8 в секунду. Это то, что надо. Ну, я проверил фистами, вдруг кто в кустах сидит. Ожидает. Ну, быстрый БФ относительно, кстати. Ну, вообще быстрый. Потому что и 8 фрагов есть, и крипстат у нас топовый. Если бы Лина была на миде, было бы сложнее. Против снайпера еще попроще. Минус 5, лол, а скольких я убил? Двоих убил сайленсер, но я кого-то точно убил. Вот это сейчас они рядом стали. Вот это вообще нормально было. Дэмэдж от БФа прям зашел. С Легой не хочу общаться, он козел. Вот, смотри, вот летит. С автоатакой играет. Иду-иду. Давай, Лина, Лина, давай, Лину. Ультракилы, хуилы. У тебя блинк будет сейчас, брат. И жрать. Олег, привет. Ух, ты хорошо. Пробовать играть в турики на статистику? Сколько? Подожди. 1100, ебать. Не помню сайт, как называется. 1117. Возможно, гейм. 1117. Отдал Лине. Охуеть. Ну мы нормально, мы всю команду, мы пятерых с Пуджом перепиздили, по сути. Спасибо за сотку, ты пробовал играть в турики на статистику в доте. Не, не играл такое, такое не играл. Спасибо, God of Wot, за 100 рубасов, не играл такого. Блин, сейчас дезолятор, а потом проблема возникает. Делать Дейдалус или Линкенсферу? Просто там Лина, очевидно, меня за 1000 убила. Сейчас купит себе Юл какой-нибудь. Плюс там Лего с блинком и с дуэлью. То есть, как бы, и есть скиллы, которые, от которых Линкенсфера неплохо спасает. А не, у нее еще нет Юла. Я думал, появится. У нее все было хуево, видимо. Нормально, сейчас еще возьмем True Strike, чтобы не переживать по поводу Найкса и его мясов. Там радиансы, таланты. Но вообще, я считаю, у Эмбера не должно быть таланта на 20 уровне атаки без промахов. То есть, это единственный герой, который имеет талант на True Strike, максимальный True Strike. То есть, типа, есть там всякие артефакты, которые повышают шанс попасть, но у Эмбера именно True Strike. Это пиздец.
талант. Талантище просто. Сейчас, секундочку. Во. Что ждет нас? Дизолейшн есть. Эти пошли нахуй, крипы. Связав. Такое. Вот видите, уже щит упал. То есть я его только включил, вроде бы ничего даже меня не дамажило, а щита уже нет. Блин, ну без венки тут не разобраться. Кстати, пудж 30 силы, алло. А что с пуджом не так? Почему у пуджа столько пассивки? Я иду. Гомит. Да, дизолька, конечно, вообще урон бустит, нереально. Забейте на Легу, гоу дальше, у нас дизолятор есть. А, глиф проебали, у нас крипов нету, мы и так не можем спушить. Они глиф проебали, гоу дальше. Под луной сейчас, сейчас барабанщики нажмут. Давай, давай. Проблем. Ну я все, затанковал. По 330, как за бомжи. Лину захексить надо. Кого ж ты хексишь? Зачем хексить Легу, которая и так сдохла уже? Тяни. Оп, хороша. Бимчик, ну. Глянь Паджерша. Ну Паджер умер, наверное. Собинается, не? Косарь далее. Ну такое, очкуны какие-то. Луна могла бим дать, или он не туда дал вообще стан. Хекс в Лину. Она успела дать стан. Как это? Так. Надо, короче, начинать уже доедалу сделать. Минус 5. Нейтральный крип убил Луну. Почему-то. Засмотрелся. Ну да, от дуэли надо как-то спасаться. Шепеха. Я у него радик пиздец хуёво. Мне теперь нужен 25-й, чтобы два фиста было. Двух фистов они будут очень сильно страдать. Гармония видна во всем. Я еще не готов. Вашу центральную башню атакует. Снайпер, гол. Пламя освещает мой путь. Нормально. Тух-тух-тух-тух. Пострелял. Или он упал. На топе пиздилка какая-то. Наметилась. Лину шлюха ебаная, телепорт подставлю нахуй. Мразь. Ты Лине говоришь или кому? Да, да, Лине. Так она ж тебя не слышит. Конченая пизда. А-а-а. Я ТРС пандат индекс равно 141, 0 дат валуй равно братиш. Твой режим можно поправить приемом мелатонина дата транслатион равно братиш. Твой режим можно поправить приемом мелатонина дата. Не, ты равно ТРСПанд больше, чем братиш. Твой режим можно поправить приемом мелатонина меньше, чем слеж я ТРСПанд. Спасибо, конечно, за колдовство. Ты бабка колдунья или что это ты наколдовал сейчас за донат такой? Пускай на базе стоят пока формируют.
всего. Ух, Лина, видели, что с Линой стало? Было страшно. Хороших котов. Скипни клип, он не очень. Понял. Спасибо огромное, HVS228, за 1000 рублей. Спасибо, за что предупредил по поводу клипа, что там грязюка. Клип убрал. Когда проснутся пчелки, тогда причешут челки, умоются над лужицей и по лесу закружатся. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят. Я, что это? Тому приносят мед. На каждая ромашка нальет нектара в чашу, и даже одуванчики нальют нектар в стаканчики. Как тебе сейчас, Вивер? Спасибо за подписку, Гфифон. Спасибо за ресап, братик. Спасибо, Гфифон, за ресап. Спасибо, Альфа-Нойз, за 1000 рублей. Сейчас отвечу, погоди секунду. Закончится работа. Нальются медом соты. Как тебе сейчас, Вивер? Никак вообще. Один из худших героев этого патча. Оденут пчелы валенки и ляжут соты баньки. Снайпер один. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает. Сожри его, сделай с ним что-нибудь. Того они не жалят. Алибарда есть, сейчас будет алибарда. Тому да? Приносят мед. Алибарда и хуярить. Ебать, пуш с руки Найкса, ну ладно, тут без шанса, бля, не жрали. Сальнисер, не подставляйся первый, а то мы без этих, без глобулов деремся. Вы без глобула деретесь, потому что они сначала меня убивают всегда. Ну тогда, потому что ты впереди стоишь. Стой сзади, не подставляйся. Блядь, а кто нас танчит? Ты не танчишь, пуш не танчит. Ну я... пуш должен нас танчить, пунжа 6600 хп. Ну, видишь. Топ чёрт. Либо сразу, если на тебя нападают, похуй, жми глобу. Того они не жалят, тому приносят. Спасибо, Альфа-Нойз, за КС. Вивер очень вообще не очень в этом патче. Стрель. Здорово. Здорово. Как тебе переход пошив на весь? Никак. Распишись на стене, пожалуйста. https://m.vk.chom/mstukalov1. Кстати, плюс в чат. Если стрель сосет бибу таракана, но... Что керри наш вообще не керри. Не кварды в нашем лесу, стоп. Топ пчелок уважает. Давно. Я ж показывал. Кто к ним не пристает. Там даже у снайпера уже артефактов больше, чем у него. Так это снайпер, у него 200 смертей. 10.
бэха на леге. Надежда только на пуджа. Пудж красава. Найс трек про пчелок. Кто это такой горячий? Вперед и только вперед. Не, я надеюсь, они ж меня тут не ждут. Хороший трек. Хороший трек, Альфа-Нойз. Я портуюсь, го подберемся, если хотите. Ты ищешь повода в глаза, когда пожог топ. Ведь для тебя это урок, когда так понял слов. И вот ты вновь сыграл любовь. Перезаряжай, или утопи песка. Но не позволяй сказать, что это ладника. Без небытия, эти все события. Тут любая полоса на любителя. Го, пробуем. Срубил легу. Срубил мимо. Пойдем. Срубил деда. Ведь наша жизнь это фристайл. Ебать я порубил просто сейчас. Ты кучишь, сейчас ты Эзериум соберешь, ты просто Эзериум можешь любого почти убить. Не, с двумя фистами вы видели, что с Легой случилось. Там, по-моему, Сайленсер дуэль выиграл. То есть я ей дал 1200 крит. Трон сразу, сразу трон. Спасибо за игру. Не, сейчас вот эта драка была, мне там и на криты проперло, и они стали так рядом. Вы видели, Лина сдохла просто, она рядом находилась с иллюзиями Найкса. Там выпали криты, ее от БФа сдуло. Ну да, 42 тысячи урона дал. Это как бы нормально. А ну, по урону. С БФа, вот вы говорите, БФ такое себе. Я с БФа 400 нанес. Просто с БФа 4100 урона. Это чуть меньше, чем с чинов. Просто 400. Это очень много. 1800 по Найксу. Найкс купил манту, Найкс нажимал ее и от своих же иллюзий отлетал. Короче, стул протестил. Только наполовину выходит. Неплохо. Это тоже хорошо, стройтоп. Крепкий ты, крепкий. Спасибо огромное за 100 рубасов. Едем дальше, едем дальше. Да, у Пуджа 43 силы. Я не знаю, где этот бешеный тип столько набрал. Просто реально, я смотрю на него в определенный момент в игре, а у типа просто 30 плюс было. Так это минута, еще 30-й минуты игры даже не было. То есть Пудж имеет 40, 41, не 43, а 41. Но у него 13-5-36, у типа 36 ассистов. Поэтому ясен хер. У Пуджа самое интересное, 36 ассистов и при этом 13 крипов убито. То есть тип просто бегал по карте, хукал и убивал. Вот и все.